первобытные времена их бы отправили куда-нибудь в пещеру или в лес проходить испытания, после которых мальчики смогли бы называться мужчинами, а девочки – женщинами. Но современные обычаи велит сдать ЕГЭ, после чего выбрать лучший наряд и пойти на праздник. Выпускное на самом деле сакральное событие, и дети и родители предвкушают, что этот торжественный момент перевернет их жизни. Эмоции, конечно, переполняют, но больше волнения. Я очень переживаю. Такой ответственный момент для меня. Сегодня получаем аттестаты, а дальше ждем взрослую жизнь. Переживаю очень. Каждый, я думаю, должен пережить именно вот все эти эмоции, конечно, потому что это вообще дорогого стоит. Тем более нас уже школа обрадовала, мы вскоре получим аттестаты. Это, я думаю, самый радостный момент. Готовились очень долго, впечатления очень хорошие. Самое главное, мы сдали все экзамены, получили аттестаты с хорошими оценками. Есть ощущение, что, слава богу, школа была вчера. Формат празднования выпускного вечера в этом году изменили. Вместо бала выпускников на площади – массовая фотосессия. А от традиционной встречи рассвета на озере отказались еще несколько лет назад. Небезопасно. Зато жив другой обычай. Юношам жарко в парадно-выходных костюмах, а девочки на вот таких каблуках. Но шествие выпускников – традиция незыблемая. И, пожалуй, это последнее препятствие на пути ко взрослой жизни. После шествия, как после гонки, выпускникам дают призы. Общегородской праздник проходит в 4-й школе. Традиционно на нем вручают награды и говорят напутственные слова. Хочется вас поздравить с таким началом трудного, важного жизненного пути, как вступление во взрослую жизнь. Вы уже прошли маленький-маленький этап этого пути, сдали свои выпускные экзамены. Кто-то уже поступил, кто-то уже определился и уже знает, когда, куда он поедет. Кто-то еще не знает, раздумывает, выбирает. Поэтому всем вам счастливого пути. 8 вчерашних 11-классников по итогам учебного года получают именные премии главы города. Награду высшей степени принесет домой Наталья Шалабанова. Девушка признается, ей такое внимание льстит. Как спортсменка, она всегда нацелена на результат. Ждем результатов по биологии, оттуда уже отталкиваться, в какой вуз и куда. Хочу в Ростов-на-Дону на тренера. Донской государственный технический университет, факультет спортивная тренировка. Дарители грамоты и премии не совсем бескорыстны. Это их своеобразный вклад в будущее. Выпускник сегодня – это, возможно, молодой специалист завтра. Специальную награду за отличную учебу вручают и нефтяники «Лукойл» Западной Сибири. Вы сделали очередной шаг во взрослую жизнь. Пожелаю вам удачи в учебе, в труде и в личной жизни. С удовольствием вручу именные премии, которые по традиции наша нефтяная компания вручает лучшим из лучших. В 2017-м именные премии «Лукойл» Западной Сибири получили двое выпускников. Одна из них – Тамум Мисриханова. Девушка не собирается стать нефтяником. Она хочет быть медиком и, возможно, работать здесь, в городской больнице. Очень сильна ее связь с родителями. Больше рады мои родители, это их труд. Вот, все благодаря им. Выпускники дождутся результатов экзаменов и покинут родное гнездышко. Классные руководители в сентябре наберут новых учеников. Выпускной сам по себе не меняет жизнь людей. Он просто делит ее на до и после. Наталья Соловьева, Олег Кобяков. Специально для новостей.